«Святой Яков и чародей», картина, которая ранее уверенно приписывалась Иерониму Босху. Однако теперь принято считать, что она создана каким-то из его учеников или последователей. Время создания картины – около 1450-1516 года. На обратной стороне той же панели еще одно изображение, авторство которого неизвестно. Не факт, что у обоих картин один и тот же автор. Это монастырь Святого Антония или Святой Антоний, читающий перед часовней. Дата создания этой картины, по мнению исследователей, где-то между 1550 и 1575 годом, то есть уже после смерти Босха. Хранится она в Музее изящных искусств Валансьена. Известно, что в 1796 году картина принадлежала семье Круах и тогда же была конфискована у них властями. Когда точно она оказалась в музее, неизвестно. Часто экспонировалась в наше время в ряду прочих работ Босха. Что касается святого Якова Старшего, то в середине века была особенно популярна легенда о чародее Гермогене, чьи чары Яков рассеял. Когда Яков проповедовал Евангелие, к нему пришел ученик Гермогена, посланный, чтобы сбить его с толку. Но Яков обратил его в христианство. Разгневанный чародей попытался околдовать отступника, и тот воззвал к Якову. Яков рассеял чары, тогда Гермоген послал бесов, чтобы те смутили святого. В итоге Яков не только прогнал бесов, но и обратил в христианство самого Гермогена. Эту легенду и иллюстрирует сидящий на троне чародей, беседующий с демонами. Вверху слева видны святой Яков, его ангел и бегущие прочь бесы.